Народу сегодня много. Вроде выходной на дворе. Народу полно. Все хотят кофе. И я должен им его дать. На самого еще только не подействовал. Сплю до сих пор. Татуировки. Аббревиатура псевдонима Night Train NR. Коротенько. Что значит Night Train? Ну, это мой псевдоним, под которым я пишу музыку. Собственно, переводится как «ночной дождь» и в то же время «ночной поезд». Я представляю, что тот самый поезд, о котором говорится в псевдониме, это есть моя музыка, которая постепенно пробирается через постоянный ночной и дождливый город. По сути, в этом весь смысл. Пишу я инструментальный классический хип-хоп, очень часто прибегаю к сэмплингу, использую какие-то оригинальные куски из пластов. Есть кое-что даже здесь, могу показать. Например, польский джаз. Собираюсь после смены забежать в магаз за винилом, подвигать немного. Может быть, получится что-нибудь интересное найти, и вечерком родится какой-нибудь новенький битец. Чем мне нравится кофе? С ним на самом деле все очень просто. И если просто относиться к этому напитку, не вымеряя там каждый миллиметр, там не высматривая каждый грамм, то будет получаться очень даже здорово. И к чему это? В случае с музыкой точно такая же история. То есть если с технической хотя бы точки зрения сделать все гораздо проще, относиться к этому проще, то и получаться будет гораздо лучше и интереснее, я так считаю. Своей музыкой я говорю, что люди привыкли спешить. Они постоянно что-то придумывают, что-то упрощают. А в музыке, которую создаю я, на самом деле есть очень много вот чего-то консервативного, чего-то очень живого. Поэтому я очень часто использую всякие аналоговые примочки и тому подобное. Потому что считаю, что как бы цифровая индустрия имеет большие допущения в этом плане. Она становится более плоской какой-то, непонятной, неживой. И вот я как бы стараюсь сказать, что стопэ. Есть над чем подумать, есть во что вникнуть, что осознать. Я ищу, возможно, немного какого-то фанка. Здесь я видел нечто подобное. Так, кое-что попадалось на глаза. Во, кстати, хорошая штука. Махелия Джексон. Это госпел, как бы госпел, немножко соло, и в общем, с этим можно работать. То есть это можно резать при желании, на самом деле. Офигенный вокал, офигенные инструменты. Без этого тоже никуда. «Зеркало души» Пугачева. Это такая вещь, которая, мне кажется, есть в каждом доме у твоих папаш и дедуль. Ну, то есть встречается просто постоянная. Но альбом, кстати, очень даже ничего. Трэповое дерьмо какое-то. Не хватает только драмки. О, нифига, вот так поинтересней. Короче, я присмотрел несколько вещей. Две штучки. Не знаю, что вот конкретно на этой пластинке. Это Алиса Фрейндлих. Я первый раз на самом деле замечаю что-то подобное, но доверие внушает на оформление. Мне кажется, посмотрим, мне кажется, может быть чем-то интересным. И, собственно, одна из серий «Мелодии и ритмы». Их, по-моему, несколько выпусков типа в серии, поэтому можно просто попробовать. Возможно, на одной из них будет нечто интересное. И мы это используем.
Москве, в Тушино живу уже, получается, как год на новой квартире. И кажется, за все время жизни в Москве уже хаты, наверное, 4 точно сменилось. Живем втроем с Карифаном и с девчонкой с моей. У нас есть группа «Улица Свободы». Это хип-хоп, немного речитатива, хороших битов классических. Все очень просто. Вот с корешем, собственно, пишем. Есть чай что-нибудь? Не. Просто чай? Просто чайку. Чуть-чуть. Друзей на самом деле у меня очень мало. Можно их по пальцам пересчитать. Одной руки вполне хватит. Не имею привычки заводить новые какие-то отношения с людьми. Мне кажется, это какая-то немножко социопатичная фигня, но мне это довольно свойственная хрень. Так, что-нибудь... А чё, я куда положил табак-то? Кто-нибудь видел его, нет? Нет, там не тот. Я его где-то проебал, что ли? Я участвовал несколько раз на Ялте, на фестивале Ялта Summer Jam. Привозил оттуда вот такие замечательные сувенирчики. Очень простой баттл, очень простой формат, там 7-8, порядка 10 битмейкеров показывают свой стиль, свои навыки, свою музыку. Парочку трофеев я смог заиметь. Так, в общем, пора узнать, что мы сегодня приобрели. Очень надеюсь найти пару кусков на этих пластах. Немного обещающе, но шансы все же есть. Так, понятно. Так. Так, ну это явно вообще не в кассу и никуда не годится. Так. Ну вот такой ритм изначально, как бы, и вот такую компоновку я называю одним, точнее, словосочетанием. Конские песни. Вот, чувствуете? Кони бегут откуда-то с гор. О, боже. Не, ну с натяжкой. Вот для русского рэпа вполне годно. Как бы я не хотел обидеть никого. Но русский рэп мы тут не пишем, так что это проходит мимо. Пластиночка нас не порадовала, так что я это, пожалуй, уберу. Значит, Алиса... Так, первый кусочек пошел. На самом деле, вот этот кусок, его, в принципе, уже можно использовать. Так, что у нас там дальше, посмотрим. Тоже можно резать, вполне спокойно вообще. Я так понимаю, это баллада какая-то. Ну, пойдем дальше. О, пошла развязочка. Блять, вот это... Нихуя, как она поехала. Я в ахуе, короче. Это просто максимально. Алиса нас приятно порадовала. Будем резать. Будем резать Алису, как бы это странно ни звучало. Попробуем порезать вот этот кусман. Мы можем убрать, наверное, верха немного, чтобы было голоса поменьше слышно. Чтобы он нас сильно не напрягал. Посмотрим, что из этого выйдет. Тун-дун, 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 тун-дун. Басец шикарный. Ровно вроде. Да, я понял, просто впадающие ноты как бы.
Сейчас мы накидаем этот кусок, я сделаю три аккорда и продолжим заниматься этим сэмплом. Наверное, сделаем бас, просто сделаем басец с тем же рудосом, который я выбрал для оформления трека. И прям подчеркнем, грубо говоря, процитируем оригинальные ноты в сэмпле. Мне кажется, самое то. Ну, в принципе, есть. Сейчас опять все будем. Следующим делаем, короче, нормальный темп получается. Который я использовал на этой теме. Как она называлась-то? Все время забываю название. Мы не одни. Вот. Короче, очень прикольные хвосты получаются. На сэмпл? Угу. Да, на сэмпл с голосом. Очень неплохо звучит. Так, басец я сделал, можно добавить бит. О, я это пропустил. Вот надо что еще взять. Так, значит, с бетоном у нас закончено. Есть пара идей для FX. Сейчас мы их добавим. Так, немножечко трубы и немножечко голоса. Ну, в общем, завершил написание бита из сэмпла, который мы сегодня нашли. И потому что я не ожидал найти такой кусок, я не ожидал сделать такой бит за такое настолько короткое время. Я очень доволен, честно. Такое происходит нечасто, поэтому я прям воодушевлен этим. День прошел не зря. И это очень хорошо. Очень горжусь тем, чем я занимаюсь. Я правда в это верю. И ни на что не променял бы. Вот как-то так.